Здравствуйте, друзья! Меня по-прежнему зовут Александра Паснова. Я очень рада приветствовать вас на моем канале «Закоренелый цветочник». Хочу начать с небольшого объявления. Некоторые зрители просят меня снять про то или про другое растение. Как правило, это растения, которые вообще не появляются в продаже у голландцев, везут их из Таиланда. Поэтому про них обзоров не будет. Либо те, которые размножаются там от бабушек, от друзей, не знаю вообще, где берут, типа панданусов. Ну, то есть это растения, не продающиеся из Голландии, поэтому обзоров про них не будет. И, соответственно, бесполезно меня просить о чем-либо, потому что у меня отснято порядка 30 роликов вперед, и, соответственно, я их выкладываю, и так каждый божий день выходит ролик. Поэтому, друзья, терпение и труд, я все читаю, все помню, все, что я привожу, про то и снимаю. Сегодня хочу сделать для вас обзор поставки. Знаю, что он был у нас в начале недели, но иногда бывают сбои, задержки, и... Вот в этот раз мы получили две поставки в неделю, и эта поставка волшебная. Плюс есть еще атой растения, там не менее они волшебные, но сейчас я вам буду показывать красоту. Мы не начинаем от входа, потому что все, что приехало, оно все пока стоит здесь. Большие алоказии дракон скейл, большие, потому что большие растения лучше заходят. Всякие разные кодиумы, сформированные бранчем. То есть бранч это у нас, когда много-много-много стволиков, саженных вместе для того, чтобы растение было пышным. То есть несколько сортов привезла. Привезла вот такой микс кодиумов, называется кодиум мелколистный. Мелколистный микс, потому что лист по сравнению с экселентом, с петрой, само собой, не такого размера. Что у нас из новенького-новенького? Это ятрофы. Есть у меня ятрофа, живет она со мной на протяжении многих лет. Растение удивительное, потрясающее, вся его красота вот в этой бутылочке. Буду о нем рассказывать, обязательно поделюсь. У меня большой-пребольшой опыт дружбы с ней. Вот посмотрите, как интересно здесь. Вот шкурка слезает, появляется у нас новая зеленая бутылочка. Вот такой формы ятров я, честно говоря, еще не видела. Очень они оригинальные пришли. Мирты, посмотрите, какие привезла мирты. Знаю, что из маленького мирта вырастить вот такой, уже чтобы был идеальный штамм, практически нереально. Поэтому знаю также, что есть клиенты, которым хочется сразу большое миртовое дерево. Сейчас есть такая возможность, они не так часто бывают в предложении, вот именно в таком большом размере. Ну, конечно же, фикусы. Ну, куда же без них? Посмотрите, какой я привезла красоты. В этот раз меня пробило на крупномеры, то есть на большие растения, плюс на растения фикусы. Значит, у нас здесь много всяких разных сортов. Маклейн привезла, кстати, какие пышные красавчики. Прям, ну, необыкновенной красоты. И Амстел Кинг, и Голден Кинг, и Твилайт, и экзотика, и чего только у нас нет. Что еще? Конечно же, каланхоя. Куда же без них? Ну, куда же без них? Розы. Меня спрашивали, вожу ли я розы. Вожу розы, вожу не так часто. В этот раз пришли потрясающие сорта. Посмотрите, какой размер бутона. Плюс вот эти оранжевые розы, они двуцветные. Ну-ка мы сейчас... Нет, не пахнут. Ну, пахнет, я знаю, вот такой вот сорт. Вот это запах есть у такого сорта. Оранжевая тоже не пахнет. Но, тем не менее. Привезла сингониумы. Сингониум Red Arrow, который меня впечатлил в прошлый раз. В этот раз он пришел немножечко попышнее. Сингониум Mottled, который, ну, необыкновенной красоты, на мой взгляд. Может быть, я сейчас чем-нибудь прибарахлюсь, потому что планирую завтра пересадки. Сейчас подумаю, посмотрю. Сингониум у меня в планах посадок на завтра есть. Какие-то абсолютно волшебных привезла вам эпипремнумов. Да, это же у нас эпипремнум, если я не ошибаюсь. Посмотрите, какой. Мало того, что он пестролист, но он еще и как монстера с дырочками. Ну, чем не монстера альба? Смотрите, какая красота. Перистый эпипремнум с белыми вкраплениями и вот с такими вот резными листьями. Дешевый аналог Монстера Альба, я бы могла сказать, но с более, на мой взгляд, интересным листом, потому что листья длинные.
Азалии сезон. Вожу и буду возить. По эпипремнумам еще у нас, смотрите, привезла я опять эпипремнум Marble Planet. Эпипремнум золотистый, эпипремнум зеленый. Хотя вот он как Global Green идет, но у него все равно есть золотые вот такие прожилочки в листьях. Я почему-то была уверена, что он будет абсолютно зеленым, но нет. А по поводу эпипремнума Marble Planet, кто-то мне писал, что Monstera Peru, его второе название, ничего подобного. То есть у Monstera Peru, я специально посмотрела, что садовник предлагает, у нее совершенно другой лист к эпипремнуму Marble Planet, не имеющий никакого отношения. Представляете, какие великолепные пришли птерисы. Тоже кто-то мне писал. Причем мне так интересно все время, когда пишут, а привезите то-то, а это уже к нам едет, уже на подходе. Птерисы просто волшебные. То есть у них высота, ну, почти метр, то есть 70-80 сантиметров. Продолжаю тему фикусов. Фикусы тинеки. Так, здесь у нас еще немножечко кодиумов и эбурнеум. Вот здесь у нас сингониум. Такой я еще не привозила. Посмотрите, какая красота. Не помню навскидку сорт, но то, что он пестролистный, это очевидно. На сайте уже все будет сегодня, я надеюсь. Так, агланема, да, если я не ошибаюсь? Да, агланема, сорт Джеймс. Поразила она меня какой-то своей необычностью. То есть очень интересная окраска, абсолютно белый стебель. И немножечко окрашена она по краям. Ну, так вот прям совсем-совсем слегка белым. Смотрится, на мой взгляд, ну, крайне необычно. Посмотрите, какие они красавчики. Традисканцы квадриколор. И где-то у нас... Да, мы сейчас до них дойдем. Традисканцы квадриколор привезла. Друзья, кто любит уценку, есть у нас немножко. Пожалуйста, тоже обратите внимание на этих малышей, которые хотят домой. Ксантосома, если я не ошибаюсь. Поразило меня название, поразил цвет листьев. Не удержалась. Я же не ошибаюсь, это ксантосома. А то сейчас я вам наговорю, а потом будете говорить, что я глупенькая и вообще не знаю, чего привожу. Ну, потому что я не всегда знаю, что я привожу, поскольку вижу многие растения первый раз. Здесь у нас Codium Excellent. Здесь у нас Солиролии. Вот этот сорт, кстати, один из самых неприхотливых. Мюлленбеки. Уже такие привозила. Они тоже, по-моему, с цветочками, да, сейчас? Или это у меня галлюцинации? Нет? Цветочки есть. То есть, да. Вот я на нее и посмотрела. Да, очередные цветущие мюлленбеки. Что еще? Еще у нас традисканция Purple Heart, если я не ошибаюсь. То есть широкими, сочными, фиолетовыми листьями. Не передается, к сожалению, цвет. Ну, вот рядом стоит генура. Вот они так на контрасте, они чуть-чуть приподнимешь. Два оттенка фиолетового. Ну, она потемнее. Purple Heart чуть-чуть потемнее, чем передает камера. Не знаю, конечно, потом, как это все будет выглядеть. Сейчас мы пойдем с вами дальше. Обратите все-таки внимание на алоказии, они шикарны, ну просто шикарны. Потом уже такого не будет. Вы хотите потом, потом не бывает. Бывает только здесь и сейчас. Упустили мы из вида молодила. Напоминаю, что есть у нас сейчас в продаже еще адениумы, которые я привожу крайне редко, потому что вы все просите о них рассказать. Но не все хотите их покупать, а я растения привожу на продажу, а не для того, чтобы забирать их себе домой. Поэтому просьба, кто хотел, воспользуйтесь случаем, иначе потом их не будет еще минимум год. Я почему-то в этом просто уверена. Пойдемте посмотрим в закрома сюда. Здесь у нас какая-то абсолютно волшебная алоказия. Я надеюсь, что я в здравом уме, но она прям волшебная. Мало того, что она больше метра, и она такая прям, посмотрите. Посмотрите, какая. Вот тут, ну, какая-то... Или это не алоказия у нас, Ань? Что это у нас? Мне кажется, это была алоказия, гагиана. Нет?
Филдендрон это? Какой это у нас филдендрон? Вот, представляете, я вам вру беззастенчиво абсолютно. Настя, посмотри, пожалуйста, какие у нас два филдендрона большие пришли. Меня просто смутили воздушные корни и основания. Я еще, наверное, да, потому что я смотрю на алоказии, которые за моей спиной стоят. Настя, какие филдендроны пришли у нас? Алоказии. Вот я на них посмотрела и начала рассказывать про алоказии. С новым листиком у нас идет. Прям алоказии красоточки, они прям красоточки. Напоминают кувшинки, на которой сидит лягушка и ждет принца. На роу? В таком размере, да. Вот такой на роу пришел у нас. Красавчик необыкновенный. Фикусы. Кинки, эудрей, хлоя. Что я привезла еще интересного? Привезла еще интересного фикусы умбилата. Но вот, к сожалению, в связи с структурой листа не все листья дошли идеально. Будем убирать их. Будем их убирать, чтобы они не портили общую картину и фикус мог быстрее обрасти. Посмотрите, вот размер алоказии листа и размер фикуса умбилата практически идентичен. Ой, как же я хочу его. Это даже не передать, потому что такого у меня еще нет. Микросорум привезла разнолистный. Это вот такая красота, с чем-то напоминает, да, давалию нам. Ну, очень приближенно, но тем не менее есть тоже вот такие у него. Это тело папоротника, корни, не знаю, что это, но листья растут именно на нем. И, в принципе, как подвес, и не как подвес, достаточно интересное растение и неприхотливое от слова совсем. Ну, к тому же это папоротник. Что может быть прекраснее фикусов и папоротников? Я не знаю. Еще фикусы, еще папоротники. Фикусы и папоротники, фикусы и папоротники, фикусы и папоротники. Ань, покажи все-таки алоказии еще вот с этой стороны. То есть там стоит у нас три сорта. Пинг дракон, Полли и какая-то с очень сложным названием. Сейчас навскидку я ее не выговорю. Да, филдендроны шикарные. Просто шикарные. Все такое шикарное. Ну и, конечно же, немножечко черных замиокулькасов равен, которые любят любители замиокулькасов за их необычный цвет. Ну, надеюсь, сейчас Аня нам даст такой большой обзор. Обзор. Потому что у нас сейчас много и филдендронов, и хой, и ну всего-всего-всего. Друзья мои. Так, кого-то мне там Аня посылает показать, только я не знаю. А, точно, я же еще фикусы ампельные привезла, я уже про них забыла. Фикусы гринса, они где-то у нас были, white сани, да, или были сани, что у нас тут, white сани. Green сани, white сани, не знаю, почему у green сани в этот раз такие крупные листья, обычно они помельче. Ну, вот такая красота на подсадке, как самостоятельное растение, на композиции. То есть, в принципе, тоже есть на что посмотреть. Мне кажется, хамедареки тоже свежие, да, у нас новая поставка. Короче, друзья, красоты много, очень-очень много. Поэтому выбрать есть из чего. Ну и, конечно же, если вы будете выбирать себе красивого, модного, или не очень модного, просто красивого большого друга, буду рада, если вы еще уценочку прихватите, потому что место у нас ограничено. Спасибо всем, кто досмотрел этот обзор поставки до конца. Надеюсь, что сегодня, к моменту выхода ролика, у нас все будет с фотографиями уже на сайте. Еще у меня к вам очень большая, на самом деле, просьба. Прям большая-пребольшая. Вы пишете много теплых слов мне, Томе, как оператору. А наш менеджер интернет-магазина, она смотрит на все это и очень обижается, говорит, одну меня никто не хвалит, а я так стараюсь, чтобы всем было комфортно, чтобы у них все было, что они хотят. Пожалуйста, напишите несколько теплых слов для нашего менеджера интернет-магазина. Она смотрит все ролики, следит за мной, чтобы я не сливала вам информацию про наш секретный телеграм-чат. И смешивает все, что я говорю. И ей очень хочется тоже какой-то поддержки. Ну, по крайней мере, не прошу всех зрителей, прошу только тех, кто оформлял у нас заказы и пообщался с ней. И может искренне сказать что-то хорошее в ее адрес. На этом обзор поставки я заканчиваю.
все-таки посмотрите, очень много вкусных позиций у нас. И с того, с той поставки, и с этой поставки. И, конечно же, это не предел мечтаний. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, и надеюсь, до новых встреч. Друзья, пока ехала домой, конечно, переживала по поводу филодендрона и алоказии, но, видите, меня стебель все-таки смутил, потому что алоказии не бывает воздушных корней. И по поводу сциндапсуса, который сказала, что заказывала Global Green, а он оказался двуцветным, да, я заказывала и Global Green, и двуцветный. У двуцветного сорт называется Хиколор. Поэтому то, что мы вам показали, такой зеленый с круглыми сердечками и желтыми вкраплениями, это Хиколор сорт. Уж простите, иногда очень волнуюсь, тороплюсь, не выспалась, ну, всякое бывает, не кидайте в меня камнями, благо, что они все равно не долетят. Вот теперь точно все, надеюсь, вас впечатлил этот зеленый рай, который я привезла, так же, как меня. Я, кстати, прихватила с собой 4 новых растения. Сейчас я пойду Томе хвастаться, а завтра мы будем пересаживать, и я буду снимать, и вы узнаете, какие именно я прихватила. На этом до свидания.